Добрый день, друзья! Я рада приветствовать вас на моем канале. Сегодня мы с вами готовить не будем. Как видите, у меня нет никаких продуктов. Зато есть коробочка с посылкой из интернет-магазина для кондитеров. Посылка пришла ко мне достаточно давно, но, к сожалению, у меня никак не хватало времени все отснять и поделиться с вами. Конечно же, как только пришла посылка, я все распечатала, потрогала, проверила наличие. Ну и давайте же наконец-то посмотрим, что же внутри нашей коробки. Итак, первое — это у нас силиконовая форма для муссового торта. В первую очередь я ее заказала из-за маленького объема, так как готовить большие торты — это не всегда удобно. Ну и такой формы у меня еще не было в коллекции, поэтому ждите от меня новые рецепты. Далее у нас идет силиконовый коврик. Его можно использовать как для темперированного шоколада, так и замораживать в нем разные фруктовые начинки для тортов. В общем, вещь, я считаю, очень даже нужная. Еще две силиконовые формы, которые я заказала для муссовых десертов. Будем с вами готовить что-нибудь вкусненькое. Дальше на очереди у нас идет попкорн в карамели. Заказала я две пачки для украшения торта, либо каких-нибудь десертов. Дальше ацетатная пленка двух размеров, 8 и 15 сантиметров. Это у нас пшеница в карамели. Ну, это уже лично мое баловство. Есть у меня одна идея, где я хочу ее применить. Думаю, в ближайшее время вам все покажу. Это пищевая пудра «Блеск». Вот в некоторых случаях нужна именно пудра, а не кандурин, так как кандурин не всегда дает тот эффект, который мне нужен. Особенно это касается такого декора, как, к примеру, шоколадные паруса. Ну и как вишенка на торте у нас осталась мука. Многие из вас знают, что живу я в Турции и совершенно случайно зашла в один из магазинов с товарами правильного питания. И вот нашла у них разные виды муки. В руках у меня сейчас кокосовая мука. Далее апельсиновая мука. Мандариновая мука. Это у нас лимонная мука и даже была мука фундука и мука грецкого ореха. Итак, весь предыдущий товар, который я вам уже показала, я заказывала в Украине, и доставка их товара, безусловно, производится только по территории Украины. Ссылочку на интернет-магазин я оставлю в описании к видео. А муку я покупала в Турции. Вот такая распаковка у нас сегодня с вами была. И уже по традиции пожелаю вам хорошего настроения и до встречи в новом видео.